В администрации Амурского района состоялось очередное совещание с основной темой планирования проведения мероприятий, посвященных Дню знаний. На совещании был составлен и утвержден план мероприятий, который состоит из нескольких категорий и будет проходить на нескольких площадках. Таким образом, 1 сентября, начиная с 14:00, на площадках, расположенных по проспекту Комсомольский, будут проходить такие тематические мероприятия: спортивный аттракцион, конкурс пантомим «Что мы видели, не скажем, а что делаем, покажем», веревочный курс, игра «Выбей из круга», викторина «Нескучные уроки», викторина «Мы против терроризма», живая игра в рамках проекта «Летний интеллектуальный проект», рисунки на асфальте, арт-уголок, автомобильные гонки, соревнования по дистанционному управлению машинами. Также на территории Краеведческого музея с 14 до 17:00 пройдет концертная программа. А для любителей спорта в 14:00 на стадионе «Юность» состоится матчевая встреча по футболу. На спортивной площадке школы номер 5 пройдет веселая разминка под названием «Мы за спорт». Радует то, что мероприятие такого масштаба, посвященное Дню знаний в Амурске, пройдет впервые.